До 15 сентября завершить подготовку к новому отопительному сезону. Такое поручение жилищникам и коммунальщикам дал сегодня президент республики. Рустам Минниханов потребовал обратить особое внимание на социальные объекты. В половине многоэтажек Казани не работают лифты. Причина – сломанный сервер. Его ремонт может занять не менее 3 дней. Для жильцов высоток это большое неудобство, но ради собственной безопасности им лучше перетерпеть, считают работники лифтового хозяйства. Предотвратить незаконный вылов рыбы инспекторы вышли в рейд. В этом году впервые браконьеров ищут с помощью квадрокоптеров. Уже конфисковано более 3000 сетей. 58 человек привлекли к уголовной ответственности. Операция «Нерец» продлится до 15 июня.